открытым, а образование доступным. С такой целью рабочая группа Общероссийского народного фронта «За Россию» встретилась с педагогической и родительской общественностью. Предметом обсуждения стала концепция развития Ненецкого округа до 2025 года. На встрече обсудили наиболее важные вопросы в сфере образования. Целенаправленно ли расходуются средства на закупку оборудования для школ? Как решается вопрос с питанием школьников? Достаточно ли в образовательных учреждениях учебников на развитие математической логики? Также говорили о необходимости поддержки педагогического корпуса. Ну и, конечно же, моя такая просто очень острая для меня тема – это развитие педагогического сообщества. Потому что если у нас не будет выстроен круг единомышленников, если мы не сформируем поддержки друг друга и в решении социально-экономических вопросов работников образовательного учреждения, это понятно, что и уровень заработной платы, и социальные льготы, и пенсионная защита и так далее. Если мы не будем выдвигать никаких предложений, а эти часть предложений уже озвучена в концепции, говорить о повышении статуса педагогического работника, а значит и всей профессии, в общем-то, наверное, будет и преждевременно. Поэтому нужно всем вместе обсуждать, все вместе выдвигать идеи и все вместе их внедрять. Итогом совещания стали конкретные пожелания и предложения по улучшению образовательного процесса, которые должны